Всем доброго-доброго утра, девочки и мальчики. Как всегда, я хочу с вами собраться сегодня на работу. На работу я буду собираться вот с такой моей палеточкой от Influence. Она и в холодных, и в теплых тонах. И можно здесь сделать разнообразный макияж. Сегодня я буду макияж делать в холодных тонах. Буду использовать вот этот коричневый цвет. Мне он очень нравится. Он такой мягкий, хорошо тушуется. В общем, здесь матовые оттенки мне очень нравятся. В уголочек глаза я как бы сделаю сначала подложечку. Возьму вот этот серый, он какой-то темно-серый, непонятно такой оттенок. Это у меня будет подложка. А потом я буду работать вот с этим оттенком. На все подвижное веко я нанесу вот этот оттенок. В уголочек глаза, может быть, попробую золотой. Может быть, попробую вот этот просто матовый. А акцентом будет, девочки, я купила вот такие тенюхи от Ксикси. Я не знаю, их все по-разному называют. Я называю их Ксикси, потому что мне так удобно. Они спарклые, но с ними нужно тоже так очень-очень интересно работать, потому что на любом базовом оттенке они дают разный результат. Вот такой он как бы лиловый, да, голубой лиловый у него оттеночек, если у меня получится, конечно, если получится. Так, купила, но как-то вот мне с ними трудновато работать. Я уже один раз делала макияж, и мне кажется, что они маленько замыливаются. Но не это важно, важно, чтобы главное он у меня держался. А чтобы он у меня держался, мне нужно не забыть в нанесении, когда я делаю макияж, не заболтаться и не заиграться, нанести вот такую базу. Я обычно, понимаете, я в последнее время стала применять базы. Обычно я как-то без баз всегда делаю макияжи. А вот видите, что значит привычка? А привычка — это дело очень даже хорошее и полезное, потому что как-то вот я все тени наносила без базы. Сейчас смотрю, девочки наносят с базы. Ну вот, девочки, что еще вам хочу сказать? Новостей у меня пока никаких нету. А, ну как никаких нету? Вот на этой неделе я иду на ЖЭКу. Я все же иду на ЖЭКу. Ну а куда мне деваться? Все идут, и я пойду. Вот, нужно как-то свою культурную жизнь насыщать. Она насыщает культурную жизнь, нашу душу, наше мировоззрение. В общем, девочки, я пойду. Ну что еще? В Сибири наконец-то пришла зима. Слышали, какой у нас был жуткий ураган? И после вот этого жуткого урагана к нам наконец-то пришла зима. Не знаю, надолго, ненадолго. Но сегодня вот я собираюсь с вами на работу. С утра смотрю, уже солнышко светит. А это уже радует, когда солнышко светит. Всегда на душе приятно. Так, девочки, я еще что вам забыла сказать. Ну, может быть, это кому-то неинтересно. Тон я нанесла вот такой от Stay Away. Это наш российский бренд. Вот такая у меня огромная бутыль. Не знаю, как долго я ее буду использовать. Но мне он нравится, он такой плотный, он как раз для моей такой возрастной кожи. В сравнении, вот я когда вам наносила вот этот BB от Эвелин, он легенький, но тоже всегда плотный тональный крема как-то не особо хочется наносить, хочется уже что-то такое полегче. Ну вот поэтому иногда я их миксую. Один день такой, другой день сякой. Ну в общем, я очень рада, что я приобрела этот тональный крем. Так, что еще у меня, девочки? Да, а помада у меня... У меня, кстати, очень большое разнообразие помад, о которых я даже сроду даже не могла предположить. Тут я пошла, но я просто стол свой еще приведу в порядок. Мы его так до сих пор и не собрали. Когда соберем, девочки, у меня есть вот такая помада от Буржуа. И вот сегодня в этом макияже она будет у меня присутствовать. Смотрите, какой оттенок плотный, красивый. И она у меня новенькая, кстати, лежит. Вот представляете, да? Потому что я вам говорю, что я помадами не пользуюсь. Я, наверное, эту помаду в каком-то конкурсе выигрывала и просто про нее забыла. Раньше я очень часто выигрывала в конкурсах и довольно-таки удачно. Вот. Ну, а потом, когда уже у нас закрыли наши запрещенные сети, я в основном там играла в конкурсах, выигрывала всякие косметические подарки, то и все на этом и закончилось. А так очень мне нравилось. Вот сейчас иногда участвую в конкурсах. Вот у Оксаночки из Германии жду приз, который должен прийти, который я выиграла. Так, и теперь я буду наносить вот этот серый, я не знаю, как его назвать, в качестве базы. Тоже вот в качестве базы. Раньше просто все фигачило, все тени, неважно. Шлеп
и пошла. А сейчас в качестве базы, подложку. Сколько много мы делаем для красоты нашей движений. Сначала подложку, на подложку еще одну подложку. Короче, как макияж получается, как матрешка, да? Ну а как иначе? Вот поэтому я понимаю многих девушек, женщин, которые не красятся, потому что это не так просто. Сейчас столько много разнообразной техники. А стрелы, девочки, какие пошли. Ну, я, конечно, уже бабушка возрастная. Мне, конечно, нравятся эти стрелы. Ну, что это такое? Во-первых, мои обычные классические стрелы, когда я еду в общественном транспорте, смотрят, не знаю, как на кого. А если, представляете, будут нарисованы вот такие стрелы, как сейчас вот модно разрисовывать. Ну, вы видели, вот тут всякие графитные стрелы. Это же вообще, ну как вот с такими стрелами в обычной жизни-то себя вести? Я даже не знаю. Так мне нравится, но я стесняюсь из-за того, что не знаю, как люди на это посмотрят. Так, наношу вот такую базу. Может быть, иногда и стоит кого-то попугать. Сейчас я базу, девочки, нанесу. Вот тоже базу-то недавно научилась наносить, и вот не получается равномерно. Где-то жирно. Хотя вот не знаю, мне кажется, и без базы у меня все прекрасно лежало. Я же этой палеткой уже пользовалась. Ну ладно, если уж решила пойти по такому пути. Как все делают положено. Девочки, не обращайте внимания на мое зеркало. Оно не отмывается от тональной основы. Поэтому оно у меня такое заляпанное. То еще маленько, наверное, коричневым, да, растушую. Да, по-моему, кисточка упала. Но если что, я здесь включу музыку. Трудно, как не хватало бы сил. Образ рисуем друг друга в небе разбитых витрин. Мне ничего не надо, ты моя отрада. Ты тихий запах цветов весеннего сада. Каждый вздох тебя дарует кипяток сердечных струй. И мечтать с тобой о новом, что не выразить сердцу словом. Не важно, сколько нам придется горечи испить, нашей любви не порвется серебряная нить. Только тобою, родная, душа моя полна. В тебе есть что-то такое, чего забыть нельзя. В ярком свете великого чувства пусть не будет тоски или грусти. Мы во вселенной своих чувств неземны. За беспредельностью пределов для двоих. Любовь свою я крепко за руку возьму и не отпущу. Уведу туда, где наше счастье берега, счастье берега. Когда ты со мной, моя единственная поет моя душа. Любовь, она бывает раз и навсегда, раз и навсегда. Любовь свою я крепко за руку возьму и не отпущу. Уведу. Наши счастья.
Прошла ты мимо, глаза в глаза, и в отражении была душа моя. Я понял, небом ты дана. Жизнь одна, любовь одна. Цените то, что имеем сквозь года. Любить пока чиста душа. Ведь все стать может осколками сна. У всего есть другая сторона. И в груди боли глубина, но любовь свою я крепко за руку возьму и не отпущу, уведу туда, где наше счастье берега, счастье берега. Когда ты со мной, моя единственная, поет моя душа. Любовь, она бывает раз и навсегда, раз и навсегда. Свою я крепко за руку возьму и не отпущу, уведу туда, где наше счастье берега, счастье берега. Когда ты со мной, моя единственная, поет моя душа. Любовь, она бывает раз и навсегда, раз и навсегда. Любовь, любовь свою, свою я крепко за руку возьму и не отпущу, уведу